Вот уже несколько лет в жизни Александры Васильевны Степановой земельный вопрос главный. В разных инстанциях она пытается узаконить родовую землю на окраине Тобольска. Ее земельный участок по улице Речной граничит с городской дамбой. Вот это моя земля до гаража, вот это мое. Ну как я на этом склоне буду садить? Проблема в том, что рачительная огородница разработала часть городской территории. Специалисты государственного земельного надзора расценили это как самозахват и потребовали устранить нарушения. Таким образом, Александра Степанова должна уйти с земли, где сейчас располагается часть ее огорода. Возвращать землю в сезон, когда все цветет и благоухает, это как резать по-живому. Слишком много значит для ветерана труда этот огород. Мама жила, пришел трактор, тысячник, здоровый трактор. И вот забрал, все забрал на дамбу. Здесь были большие ямы, ужасные ямы были. Сколько лет я все засыпаю. В 17-м году 30 машин. С просьбой перераспределить земельный участок Александра Васильевна обратилась в администрацию Тобольска. Ей пошли навстречу и даже прирезали еще 2 сотки. Я хотела, вот, который на дамбе участок, я хочу, чтобы этот не отдали, а тот забрали. Общая площадь участка, занесенного на кадастровый план, теперь составляет 1083 квадратных метра. Но ей хотелось бы больше. Пока с городской земли она не уходит, за это уже 2 раза заплатила 2 штрафа по 5000 рублей. Участок был увеличен по тем параметрам, которые были допустимы. Предоставить земельный участок большими параметрами не представляется возможным в связи с тем, что тот участок, где расположен колодец, он находится, эта территория находится в 2 территориальных зонах. Зоне индивидуальной жилой застройки и зоне рекреационного назначения. В связи с чем, по требованиям законодательства, вот такую территорию предоставить невозможно. Александра Степановна – инвалид 3-й группы. Через год ей исполнится уже 70 лет. Но она по-прежнему каждый день с утра до вечера на огороде. Здесь нет ни одного сантиметра неухоженной земли. За нее она болеет душой. От дамбы-то, если смотрите, сколько метров, это 20 метров от дамбы до колышка-то, это будет не мое, все зарастет, все там это самое, и колодец не мой будет. Городская дамба – объект стратегический, она защищает Тобольск от наводнения. Не дело на ней городить огороды и запускать близлежащую территорию. К сожалению, это происходит, и власти пытаются навести порядок. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время.